Здравствуйте, друзья, доброе утро. Вот когда коробочка приходит, знаете, сейчас такие коробки стали делать, что никогда не поймешь, чего в ней. Там может быть маленькая-маленькая какая-то штучка. А может быть большая. А может быть, ну, больше коробки она не будет. Давайте, Сергей, значит, тут он ее уже подпорол. Да, я подпорол уже. Давайте. Я так. И что в этой большой... Ой, ё-моё. В большой коробке, друзья, совсем небольшой предмет. Подожди, там вообще модный гаджет. Вот, все там ничего больше? Я не знаю, давайте посмотрим. Да? Нет, какой-то... Ничего больше. Вот. Нет, ну правда, вот, если так сравнить по размеру, да? Да, вот, да. Вот так вот. Вот так. Оп. Да. Вот, можно вот, было пожалуйста. Еще 4 штуки влезть, наверное. Ну, да, ну еще 2, так точно. Ну, да. А если боком повернуть? Нет. Ну, хорошо. Давайте смотреть, что это. Это какой-то значит. Модный гаджет. Модный гаджет. Ну, по коробке, по картинке. Посмотрите, вы не крутите так быстро. Да, что, да вы, это я же рассматриваю. Мы же, да. Да, вот у нас тут, правда, лампочка отсвечивает. Я у тебя с другой стороны зайду. Угу. Или это... Вот. Вот такой гаджет. Значит, держалка для камеры. Держалка, ну, ту, которую я заказывал, она интеллигентная. То есть, она... Открыть. Bluetooth соединением общается с камерой, не с камерой, конечно, со смартфоном нашим iOS-овским, который там будет. Давайте мы посмотрим. Я понимаю так, что надо будет ее еще зарядить. Давайте, мы фактически распаковкой сейчас да, занимаемся. Я просто боюсь. А что вы тащите за ушки-то? Ну, ее же вытянуть надо отсюда. Понимаете? Сейчас попробуем. Ну вот ушко какое-то. Ушко. Я так понимаю, что надо вытянуть. С той стороны ушко, с этой стороны ушко. А, вот, все. Я подтолкнул. Ага. Понял, понял. Так. Крутим, крутим. Вот оно. Вверх ногами. Наверное, вот так. Да. Угу. Нет. Как нет? Вот так? Не знаю. О! Ну хорошо. Вот такая хорошо. Штучка. Так. Ну что же, рукоятка, можно сказать. Да, это какой-то даже. Это какие-то здесь у нас проводочки. Проводочки. Какие-то. Проводочков. Это аккумулятор, наверное. Аккумулятор. Это какая-то. Так, это ручка, да, это ручка. Рукоятка, чтобы да. Его держать. А вот и сам. Чтобы не выпал. Ой, ё-моё. Он по трем осям болтается. Да, видимо, когда его включить, он как-то сам выравнивается. Он сам встанет, да, не то слово, как да. Он встанет. Так, вот это. Так. Аккумулятор. Стоп, давайте мы же показываем. Дырка. В дырке ничего нет. Давайте туда аккумулятор. Может быть, с другой стороны. Не, я посмотрел по контактам. Так. Окей. Значит, раз мы аккумулятор воткнули, то теперь мы можем его поставить на зарядку. Не, я думаю, вряд ли он заряжен. Да. Вот. И может вот, быть. Вот. Где дырочка? По-моему, вот это, нет? Да, вот здесь зарядка, наверное, будет. Вот здесь дырочка, поэтому давайте мы первым делом его поставим заряжаться. Да. А потом, может быть, продолжим тогда нашу съемку. И, наверное, инструкцию почитаем. Инструкцию почитаем. Ну что, зарядился? Да. Касатик. Мы сначала не заметили, что там пленочка такая прозрачная стояла на аккумуляторе. И думаю, что это он долго так заряжается. А он, понимаете, не спешил. Да. Но зарядился. Так, теперь, значит, вы установили приложение, да, на телефон. Сейчас. Там есть приложение, которое должно общаться вот с этой, я извиняюсь, рукояткой. Да, но мы их сначала должны соединить между собой да. Через Bluetooth. Так. По Bluetooth, вернее. Давайте, по Bluetooth. Так. Ну, где там чего? Я вот там... он, видимо, аксессуары, наверное. Да, other devices, что-то. Да, так. Вот. Ну, хорошо. Pair. Ну, сейчас так вот как-то выровнять его. Да, Bluetooth, ну чего? Connected. Наверное, как-то... А, теперь нам надо... Да, теперь нам следующее надо вот это запустить. Приложение. Так. Что говорит-то? И, по идее, оно должно как-то тут соединить. Phantom 4, что-то тут... А, это наш девайс. Да. Это приложение к нашему девайсу. Ну что, друзья, это мы первый раз пробуем. Вот мы на самом деле еще да, не показываем вообще без вам, понятия. Как надо, а показываем, как вот мы... Ну да, но он как-то изучаем. Должен... Там кнопочку можешь нажать? Next. Да.
Так. Санин. Ну, вообще такое ощущение, что он стал горизонтальненько, нет? Или не, это я просто его еще, еще сбалансировал, когда выключены там есть по. Угу. Ну, сейчас мы должны зарегистрироваться, займет определенное время, наверное, в приложении. Так. А потом мы, наверное, вернемся. А да? Вот назначение кнопок мы знаем вот этих? Да, да. Здесь есть кнопка записи, есть кнопка сделать фото, есть управление камерой, вот это вот джойстик. Вот и что. Да. Ну, и ладно, последняя кнопка есть, тут каким-то образом его выравнивает, еще чего-то делает. Давайте ждем. Да. Вот она золотая ручка в действии. Мы, друзья, только что сняли прямую трансляцию. Давайте, вот она как крутит, смотри, как крутит. Ну, вот то есть так он. Как бы его слишком. Да, да, но ничего. Значит, мы только что сняли все это в действии. Спрашивают, как ручка называется. У нас есть коробка от нее, показать да, да. Коробку. А пойдем мы в начале сейчас. Видео показывали. Она показывалась, но. В прямой трансляции спрашивали ребята, как называется. Осмо. Называется Осмо Мобил. Может, какой-то номер на ней есть, нет? Просто Осмо Мобил. Друзья. Гуглится. Да. Кого на Гугле не забанили, те найдут. А кого забанили, можно попросить знакомых. Хотя я подозреваю, что и знакомые у них такие, что тоже забаненные. Вот. Ой, Анна Леонидовна. Да. Вы как, как сказать, интегральная часть. Вот, красиво я сказал. Интегральная с чем? Со школы. Наших процессов. А, окей. Вот. Значит, вы должны тогда, мы закончим это видео тем, что вы помашете ручкой и скажете пока. Пока.